Всем привет, это Геленджик Лайф. Рад всех приветствовать на нашем канале. И сегодня нахожусь на улице Витебска. Это квартира нашего заказчика. В общем, здесь мы сделали большой шкаф и также уголок для школьника. Сейчас подробнее расскажу. Итак, за моей спиной находится большой шкаф во всю стену до самого потолка. Сюда можно будет разместить кучу вещей. Очень удобное расположение, и по вашему выбору размещение может быть любым. То есть здесь могут быть выдвижные ящики, обычные полки, либо штанга. По размеру они тоже меняются. И сюда вы уже можете примерно спланировать те вещи, которые планируются здесь находиться по высоте. Вся мебель, которую мы производим, она не боится влаги. Корпус из ЛДСП – это ламинированная деревострубочная плита. Влаги она не боится, белого матового цвета. Фасады мы используем фирмы АГТ. Это пластиковые фасады. Отлично себе зарекомендовали, и смотрятся они очень выгодно. Здесь используются фурнитуры фирмы Firmax, доводчики, петли для выдвижных ящиков, также обувница встроенная здесь присутствует. Вот так вот легко двери закрываются при помощи пуш-апа. Пуш-ап, нажать вверх. Используем стандартно доводчики фирмы Firmax. Благодаря этим пушапам очень легко дверка открывается нажатием на дверь. Дальше открывайте ее самостоятельно. Также закрываем. Белые матовые фасады фирмы АГТ отлично вписались вот всю эту интерьерную историю данной квартиры. Смотрится очень круто. Глубина шкафа 40 сантиметров. Вся мебель производится по индивидуальным размерам. И стоимость данного изделия получилась 130 тысяч рублей. Шкаф во всю стену высотой 2,80. Еще одним изделием, изготовленным в нашей компании, это была вот такая вот ТВ-тумба подвесного типа. Ножек она не имеет, крепится только на стену. Очень удобно даже протереть пол в случае необходимости. Состоит из двух глубоких ящиков со скрытыми петлями. Та же фурнитура используется фирмы Firmax. И еще одно изделие, это уголок школьника. Столешница 38 мм, золотой дуб, расцветка. Используется тоже влагозащищенный корпус ЛДСП белого цвета, матовый. И фасады фирмы АГТ, они тоже пластиковые, влагозащищенные. Петли скрытые, доводчики и газлифты тоже фирмы Firmax. Используется технология push-up для того, чтобы открыть
фасад. Крепление скрытое. Стоимость тумбы получилась 25 тысяч рублей, а стоимость уголка школьника около 20 тысяч рублей. Если вас интересует мебель для вашего дома, звоните на номер телефона 8-928-424-8724. От канала Greenjack Life будет действовать еще и персональная скидка. А еще мы занимаемся ремонтами и пишем интерьерную живопись для ваших квартир. А сейчас давайте посмотрим, как получилось. А сейчас не забудьте подписаться на наш канал и сохранить мой номер телефона 8-928-424-8724.